мужик. А, друзья, всем привет, меня зовут Дмитрий Рубин, и сегодня мы отмечаем день Enjoy. Надо сказать Enjoy, я Enjoy, вы Enjoy, 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 Enjoy. Отлично, все живы. Ну что, я думаю, каждый мужчина, который находился сейчас и находится в этом зале, когда видел, как дамы вот делали вот так на шесте и что-то там крутились, у него повышалась либидо и повышался тестостерон. Мужики, правда, друзья, где вы, где вы? Вас не слышно шума? Класс! Поехали! Это мой тестостерон! Ха! Все говорят мне то, что дело не в размере, что давно не мог быть диким зверем, чтоб мне законы сердце всеми черным мерят, и вокруг чики-чики расправляют перья. Лучше быть одним, чем одним из других, не качать печень, не качать ноги. Быть на шаг лежит похожим на полукруга, пока переламывает кости боги блога. Да я люблю такую жизнь, я люблю быть большим, болен дожил это режим, это мой посыл. Это мое нутро вместе, это мой тестостерон, ха! Тестостерон, ха! Со всех сторон, как Мухаммед Али в боксе, оксимарон. Тестостерон, ха! Тестостерон, бау! Со всех сторон, как Мухаммед Али в боксе, оксимарон. Тестостерон. Все говорят, ты мол спец, но я, наверное, что каждая первая тратит свои нервы. Беру я ту, что в тебе бессоверная, кто там из подъезда, а кто там из вселенной. Я повышаю свою либидо, детка, это либидо, ты у меня из борода. И по идее ты должна сказать мне да. Под магию света рубинова, да больше, выше, сильнее, уверен, это я умею даже делать не в теле, но то, что разберет, это посыл, это мое нутро, это мой тестостерон. Еще раз! Тестостерон, бам! Со всех сторон, как Мухаммед Али в боксе, оксимарон. Тестостерон, ха! Тестостерон, со всех сторон, как Мухаммед Али в боксе, оксимарон. Тестостерон, вас не слышно? Спасибо, друзья! Всем привет еще раз! Мы едем дальше. Это был тестостерон, а сейчас мы будем проникаться чувствами. Я на эту сцену приглашаю прекрасную девушку, которая зовут Татьяна Хаменко. Танюш, выходи. Давайте мы поприветствуем отвечательную девушку и послушаем шутный вокал. Спасибо. Ты не слышишь, когда обо мне.
И в завершении нашего такого небольшого информационного концерта хотели бы спеть для вас нашу совместную песню. Сейчас вам всем стало грустно. Грусть — это ведь всегда хорошо, друзья, но, как полагается, ко всему можно менять свое отношение. Поэтому, если вы хотите грустить, то делайте это так, как это делаем мы. Поехали. Это самая грустная песня. Это очень грустная песня. Правда? Очень грустно. Очень.